Приветствую вас! С вами Анна Лиманская и прогноз погоды на 20 февраля. Чем же знаменательна эта дата? 20 февраля ежегодно отмечается Всемирный день социальной справедливости. Как утверждают ученые генетики, за чувство справедливости отвечают участки мозга, связанные с эмоциональной сферой человека. Чувство сформировалось на генетическом уровне в процессе развития, давая преимущество в выживании. То есть выживание не путем побеждает сильнейший, а все-таки гуманное отношение. С праздником нас всех! Ну а теперь о погоде. В Краснодаре в среду наконец-то станет теплее. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. Солнышко будет то уходить за облака, то снова появляться. Но осадков нам не обещают. В Сочи, как ни странно, будет плюс 8, немного прохладнее, чем в Краснодаре, но небо ясное, ни одного намека на дожди, что порадует сочинцев. А вот жители Новороссийска должны будут в этот день захватить с собой зонтики, дождик будет и утром, и днем, и, возможно, вечером. Воздух прогреется всего лишь до 6 градусов выше нуля максимум. В Анапе также плюс 6, пасмурно и ветрено, но без осадков. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Строй Электросевкофмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом – покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анна Лиманская, желаю вам хорошего настроения. До встречи!